Привет, друзья! На связи Денис Кожер. В этом видео мы продолжаем знакомиться с движком Unreal Engine 4. Сейчас я хочу вам показать, как импортировать объекты в Unreal Engine, которые вы сделали предварительно в каких-нибудь других 3D-пакетах, таких как 3D Max, Maya или какие-то еще. Итак, у нас есть вкладка Content Browser, в которую мы добавляем все наши объекты, материалы и многое другое. Приступим. Для начала создадим папку. Делать это, нажав на кнопку Add New, New Folder. Напишем, к примеру, Imported Models. Я ее уже создал, поэтому дублировать не стану. Эту папку я удалю. Но вы у себя можете создать вот такую вот папку и уже в нее загружать ваши модели. Таким образом, больше порядка в проекте будет, легче будет разобраться потом, когда проект будет разрастаться и в нем будет тысячи файлов. Желательно, чтобы вы с самого начала приучали себя к порядку. Дальше, после того, как вы создали папку, заходите в нее и, нажав правой клавишей мыши, появляется вот такое вот окошко Import Asset. Дальше заходите в папку с подготовленными уже в формате FBX файлами, нажимаете «Открыть», и здесь у вас появится вот такое вот окошко об импорте файла. Если нажать на вот эти вот стрелочки Show Advanced, то появится возможность настройки импорта. О том, что и за что отвечает, мы поговорим позже. Сейчас долго останавливаться на этом не будем. Здесь вы можете, допустим, импортировать материалы, текстуры и многое-многое другое. Но об этом позже. Нажимаете «Импорт». Все, ваша модель появилась в контент-браузере. Дальше вы просто перетаскиваете ее в сцену, и она там появляется. Если надо, вы можете нажать клавишу «Импорт». Это то же самое, что и правой клавишей мыши. Выбрать два файла, открыть, и я нажму «Да», это он перезаписать существующий уже. Нажимаете кнопку «Import All», тогда у вас скопируются все объекты, которые вы выделили. Надеюсь, это видео вам было полезным, чтобы первыми узнавать о выходе следующих видео. Подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, что вам понравилось, не понравилось, какие-то вопросы. И увидимся в следующих видео. Пока-пока!